О Мелвине Уильямсе, лидере одноименного коллектива, в кругах меломанов принято добавлять приставку «легендарный». Стиль музыки, в котором афроамериканский музыкант приобрел такую известность, называют «госпел», то есть духовная музыка методистских церквей Юга Америки. В этих мелодиях есть элементы блюза, джаза и соула. Это музыка, которая идет от души. Она прежде всего о любви, о взаимопонимании, о надежде, и она духовно поднимает человека. Это первый раз, когда Мелвин Уильямс и его музыканты приехали в Россию. А приезд их стал возможен благодаря особой американской программе «Jazz by Lincoln Center Road Rhythm Abroad». Этот проект нацелен на популяризацию американской национальной культуры. Один из пунктов визита в Брянск – посещение репетиционной базы популярного местного коллектива «Ерофеич Электрик Бэнд». Ну и, конечно же, совместный джем, то есть импровизация. Прежде всего, наверное, удобно, потому что это музыкант. А с людьми, которые, в общем-то, профессионалы в своей профессии, всегда все легко. Комфортно. Группа «Ерофеич Электрик Бэнд» нам очень понравилась. Нам было удобно с ними играть. Да, у нас разные стили музыки. У них фанк и русский фолк, у нас госпел. Но музыка — это универсальный язык. Этот язык должен передавать взаимопонимание, то, чего мы, собственно, и пытаемся достичь. Американские музыканты попробовали сыграть совместно с «Ерофеич Электрик Бэнд» мелодии российского фолка. Получилось, к слову, весьма оригинально. Удивительно, но никаких трудностей перевода не возникло, даже несмотря на взаимно неважное знание английского и русского языков. Опытным путем получилось еще одно подтверждение музыки как средства планетарной коммуникации. Виталий Угримов, Игорь Сусло. События. Брянск.